Еще несколько месяцев назад Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении директора МУП КБУ Александра Кожина по подозрению в сокрытии денег и имущества от взимания недоимки по налогам – более 2 миллионов рублей. Когда налоговая инспекция арестовала счета КБУ после очередной проверки, предприятие продолжило свою финансовую деятельность. Следственные органы детально изучили бухгалтерию главного коммунального предприятия «Бирска» и провели необходимые экспертизы. Следователи пришли к выводу, что экономического преступления в действиях Александра Кожина не было. К настоящему времени по данному уголовному делу следователям следственного отдела по городу Бирск принято решение о его прекращении. В ходе предварительного следствия была проведена экспертиза экономическая, и она установила, что фигурант дела не имел возможности исполнять возложенные на него законом налоговые обязательства, что фактическая возможность исполнять требования закона в данной части не имелась. В связи с этим принято решение о прекращении уголовного дела за отсутствием состава преступления. Уголовное дело прекращено, а с Александра Кожина сняты обвинения. Стоит отметить, что с директора МУП КБУ сняты и претензии, предъявленные городской прокуратурой. Напомним, что 15 марта надзорный орган предписал мэрии расторгнуть договор с Александром Кожиным, если тот не выйдет из состава учредителей юридического лица Новосибирского товарищества собственников жилья. Вскоре Александр Кожин написал заявление о выходе из состава учредителей ТСЖ.